Двойные халаты, резиновые сапоги, респираторы, пластиковые очки. Из-под снега появляются первые коммунисты. Но индустриального парка нет. Как и денег. Такая себе, знаете, дедовщина во власти. Кто-то нами играет. В Украине время дилетантов. Но, внимание, не верьте, это всего лишь слухи. Привет, это я, Андрей Богданович, и это «Мой погляд». Каждую неделю я просматриваю кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И на этой неделе это такие темы. Коронавирус. Наши врачи готовы или нет? В Александрии гробы с игрушками, махинации с хлебом и развалины индустриального парка имени Цупяка. В Крапивницком завелись коммунисты и обманули целый Светловодск. Начну с коронавируса. Тот трэш, который увидела вся страна, это, конечно, просто какой-то звездец. И власть просто проспала этот момент. Ну и местные тоже молодцы. Власть с такой коммуникацией долго в этой стране, конечно, не дай бог, но не протянет. Вот впечатление, что они полные дилетанты. Не рассказать народу, что такое коронавирус, почему везут в Новые Санжары, а не в Одессу, Крапивницк, Александрию или Черкасы, почему частный самолет вылетел в Ухань, а не военный или МЧС. Власти, получается, просто как-то наплевать. А народ это крепко чувствует, когда на него кладут болт. Народ начинает истерить. Именно то, что вы видели в Новых Санжарах. Потому что паника возникает из-за неизвестности. Плюс, если еще кто-то подогревает. А такое впечатление, что подогревает. Кто-то нами играет. Вставайте, все не прикол. Приходит смс-ка 19 числа, что завозят больных. Потому что получается очень много эмоций. Когда много эмоций, значит кто-то что-то их вызывает специально причем. Так местные начали жаловаться, что кто-то приехал, их спровоцировал и уехал. Кроме того... Среди эвакуированных есть выходцы из Кировоградской области, но они молчат и ничего не комментируют, кроме того, что они все здоровы. И я их понимаю, не очень хочется говорить, когда в твой автобус летят камни. Но если молчат наши земляки и землячки, то другие не молчат и показывают условия, в которых находятся эвакуированные. Вот это наша комната, вот это душ у меня током, а вот эта дверь не закрывается, просто что с ней? Ее нас в аварийной ситуации, просто помогите. А можно маску себе просунуть? Ну да. Кроме того, в интернете гуляет фото типа тетушек, приезжих, которые... были в Новых Санжарах и пишут, что один из них некто Олег Семиволос из Крапивницкого. Ссылаются на запрещенный в Украине сайт ВКонтакте и миротворец. Но на миротворце не указано, что это именно Семиволос и что он из Крапивницкого. Да и человек как-то непонятно кто и непонятно из какого города. Зозуля Дмитро Олександрович, місцевий житель Новосанжарщини, проживаю в селу Лень. Те ж саме, Палько Олександр Олександрович, теж Новосанжарець. Виросли тут завжди, постійно. Курлієнко Максим Романович перейменований як Стоволосий. Я перейменований... Я ним не являюсь, я з Новосанжарщини. Я перейменований як Денис Іванов. Тож не являюся ним. Являюсь жителем Новосанжарщини і ногою не був в Кропивницькому. Масових заворушеннях участі ми не приймали. Привозили тільки голодним людям пиріжки, 30 штук із вареничної, з лелітоки передали. Розширюйте, щоб люди поїли і зайшли, стали, а то на півтора часа нас попали і попали за ті півтора часа в кадр. Не розширюйте, будь ласка, цей наклик. В будь-якому випадку перевіряйте все, що похоже на фейк. Народ у нас довірчивий, розганяє любую хренотень. А я напомню, що більшість фейків в Україну задвигають ребята із країни-окупанта, із Росії. Это Путину и его рашистам очень приятненько, когда украинцы истерят, друг друга нахрен посылают, и особенно постят всякую непроверенную информацию. Поэтому ищите первоисточники, не будьте лохами. Я ж не лох. Но есть и проверенная информация. В сообщении пользователя Facebook Сергея Кашубы, человек, который говорит на видео... Всем привет, сейчас находимся в Новых Санжарах, посмотрите, что здесь происходит. Здесь... Наверное, по 1000 у нас гвардии, очень много полиции, очень много военных, скорых помощи. Здесь сейчас происходит битва за коронавирус. То есть смысл какой? Везут с Киева людей, которые прибыли из Китая, с Уханя, и вроде хотят их поселить здесь в местной больничке, но люди все против. Это боец из Светловодска, Евгений Рахимбердыев. Он руководитель клуба боевых искусств «Легион». А по совместительству большой поклонник пророссийского пропагандиста Шария. Он был среди тех, как говорят местные, приезжих. На видео нет информации, участвовал он или нет в драке с полицейскими и гвардейцами. Но что-то мне подсказывает, что светловодские бойцы не просто так ездили на экскурсию в Новые Санжары. Не с цветами встречать наших
соотечественников из Китая. В общем, это дополнительная информация для расследования полиции. В Кропивницком к информационному поводу коронавірусу устроили показательное выступление. За легендою, у кареті швидкої знаходиться хворий, який прибув з Китаю. В нього підозрюють коронавірус. Симптоми розповідають лікарі, як і в звичайної застуди. Але при коронавірусі – висока температура та сильний кашель. Предотвратить вспышку опасной инфекции помог председатель исполнительного комитета Виталий Наливкин. Прибыв на место, председатель инициировал проведение повторного обследования с целью подтверждения наличия у больного опасного заболевания. Я вам еще раз говорю, перепроверить. Не может быть, чтобы у него был коронавирус. Никакого коронавируса у нас в Приморье не будет. Мы четко контролируем ситуацию. А как мне еще назвать то, что показали в местных новостях? У наших врачей, как было сказано, нет спецодежды для госпитализации больных коронавирусом. Но наши же жениш не отчаялись. И одели, я так понимаю, что нашли. Двойные халаты, резиновые сапоги, респираторы, пластиковые очки. Даже заместитель главврача надела медицинскую маску. Простую маску. Зачем? Это, наверное, главный вопрос сюжета. Обычно медицинская маска не защищает от коронавируса, это раз. А во-вторых, говорить в маске как-то тоже непонятно. Зритель может только догадываться, откуда идет звук у человека в таком случае. И у этого ли человека. Но сами учения тоже потешные. Санитары выносили типа больного то туда, то обратно. Но убедить меня, как зрителя, честно говоря, ни действия, ни слова не смогли. Я до сих пор уверен, что коммуникация на уровне государства или профильного министерства, что с врачами, что с пациентами в нашей стране, просто никакая. И это уже не удивительно. В Украине время дилетантов. В Александрии носили гроб с игрушками. Как бы это странно ни выглядело, это такая акция против закрытия местного туб-диспансера. Оказывается, его хотят присоединить, так сказать, к областному, и вроде как этого хочет облсовет. Но врачи и активисты переживают, что потенциальным пациентам будет сложно добираться до Кропивницкого. Большинство, процентов 90, люди, ну, социально защищенное население. В Кропивницке ездить никто не будет с таких людей. Дорога, ну, то гривен 200 надо, чтобы доехать туда. Кроме туб-диспансера, не очень понятна судьба онкодиспансера, наркодиспансера и психдиспансера. И снова беда с коммуникацией. Никто никому особо ничего не объясняет. Я вам больше скажу. В Кропивницком ходят слухи, что закроют психбольницу на поселке Новом. Но, внимание, не верьте, это всего лишь слухи. А облсовет, ну расскажите же нормально народу, что, как и зачем будет происходить. А то будет как в Новых Санжарах. Вы же знаете, насколько хитрый мэр Александрии Степан Цепюк. Но оказывается, не знаете насколько. Александрийский журналист Виктор Голобородько раскрыл очередную схему Цепюка. По словам Виктора Голобородько, Степан Кириллович решил дать своей сестре Наталье Еременко эксклюзивное право на торговлю хлебом с автомобилей по всей территории Александрии. Какая-то странная попытка хоть немного быть похожим на Христа, так сказать, старается накормить 5 автомашинами с хлебом. А дальше что? Типа переоформить лицензии по продаже алкоголя, так сказать, в автолотках, ну, чтобы уже идти по легенде. Но вернемся к цепюковскому хлебу. Голобородько отмечает, такое разрешение на прикорм александрийцев с машин хлебом никогда не выдавалось в истории города. Типа уникальная штука. Ну, впрочем, не очень. Такие вот автомобильные ларьки – это пережитки 90-х и начала 2000-х годов. Типа удешевляем историю. Продаем хлеб населению дешевле. Но все было бы хорошо, если бы не торчащие уши родственных связей и прямая конкуренция с супермаркетами. Практически все точки сестры Цепюка будут размещены возле александрийских супермаркетов. Ну и в расследовании Голобородько указано, что все контакты фирмы, которая будет торговать хлебом, указывают на брата Цепюка. В общем, такой себе фамильный бизнес. И я не о хлебе сейчас. Александрия – это фамильный бизнес семьи Цепюка. Хьюстон, мы теряем Александрию. Возможно, Александр Кияшко этому помешает. Очередной крестовый поход активиста против александрийского мэра – это индустриальный парк в Александрии. Ну как александрийский, так сказать, индустриальный парк? Так, что-то похожее на свалку. Вот я зараз как раз знаходжуся на території індустріального парку. Дивіться, ось позаду мене, ну, щоб не казали, що це я десь взяв інше місце, ось орієнтир, дивіться, водонапорна ця башня, яка була, належала м'ясокомбінату колись, ось вона тут. Де розташовуються у нас великі підприємства, які дають багато робочих місць, це розробки були документів, тобто це все вартувало певних коштів. З нашого міського бюджету, з кишень
платників податків, такі як я, ви та всі інші. А тепер вам відповідь на питання, чого ми живемо в такій сраці. Так? І я так розумію, що Цепюк когда-то пообіцяв створення індустріального парку з новими там підприємствами, інфраструктурою. Ну, в общем, там не парк, ви самі бачили, реально мусорка. Причому це навіть метафорично, це пам'ятник Александрійському економічному господарству, економічному чуду. Но памятник памятникам, а вот разработка плана индустриального парка – это же живые деньги, которые потрачены из карманов александрийцев. Но индустриального парка нет, как и денег, я так понимаю. Кто-то положил деньги александрийцев в карман. Кто же? Думаю, Александр Кияшко знает. Знаете, когда чувствуешь, что весна близко, из-под снега появляются первые коммунисты. Шучу. Время от времени в Кропивницком появляются красные, как я их называю, партизаны, приверженцы расстрелов, голодоморов, красного террора и любимых их сердцу упырей в виде Сталина, Ленина и других ушлепков. Они выводят на улицу под красными флагами пенсионеров, которых легко обмануть, пообещав им низкие тарифы, внимание, ну может еще по 50 гривен. Почувствуй мою любовь. И в этот раз, в годовщину революции достоинства, местные коммуняки вывели около сотни людей под горсовет. Но все тяжелее коммунистам собирать хоть кого-то на свои митинги. Поэтому они уже напрямую обманывают людей, чтобы привести на свои демонстрации. В этот раз они обманули жителей Светловодска. Мало того, целого депутата Светловодского горсовета. Те думали, что их везут на митинг против тарифов, а получилось хоп, и они уже коммунисты, ну как минимум комсомольцы. Прийшло майже сотня людей, представники лівої опозиції з Кропивницького та 25 активістів із Світловодська. Серед них тамтешні депутати, громадські активісти та голови ОСББ. Ми не знали, що це політична якась акція. Нам казали про соціальну якраз справедливість. Ми просто за те, щоб донести ситуацію. Ми не є організаторами, ми не подавали заявку. Я розумію, що це не те місце, де треба мітинувати і доносити свою думку. Наша думка, що це треба доносити до обласної ради. И саме там треба мітингувати. Ох уж эти латентные путинские большевики. Так что, кропивничане и жители Кировоградской области, будьте осторожны. В нашей стране коммунистическая идеология приравнена к нацистской, а Советский Союз убил не меньше украинцев и не только украинцев, чем нацистская Германия. Не верьте большевикам, товарищи! Ну и в конце в Кропивницком намечаются разборки между областной и городской властью. Специнспектор Максют обратил внимание на клумбы на улице Черновола. Но эти клумбы перекрыли там полулицы. И тут же решил, что это непорядок, это и есть непорядок, и нарушение правил дорожного движения. И приписал областной власти убрать нах эти клумбы. Но нет, тут же прилетело от администрации областной власти, что, мол, вы что там, не понимаете, что это для того, чтобы Балоня, Черна и Ваненко выезжали удобненько из здания облсовета. Да ты что, сукин сын, самозванец, казенные земли разбазариваешь? Ну, в общем, эти клумбы обеспечивали выезд автомобилей на улицу Черновола. И вообще, как говорят в облгосадминистрации, субординацию держите, а то прилетит и специнспекции, и Райковичу. Веселуха просто. Такая себе, знаете, дедовщина во власти. Это смешно, если бы не было так грустно. Начиная с тех самых клумб, которыми перекрывают дорогу, чтобы удобнее было выезжать и заезжать. Подумайте головой, чтобы сделать там все как-то удобно и тем, кто едет, и тем, кто выезжает. И не клумбами. И да, интересно, как отреагируют Балоня, Черна и Ваненко на войну специнспектора и администрации. На этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяются на краще, кроме латентных коммунистов и жадности александрийской власти. Пока!